военнослужащие 359-го Смоленского мобилизованного полка. Смоленск вилаятından işğalçı Rus ordusuna cəlb edilən və Dnepr çayının sol sahilində xidmət edən çağırışçılar mövqeylərini tərk edərək geri çəkilib. Hərbiçilər video müraciət hazırlayaraq bu addımlarını izah etməyə çalışıb. İşğalçı ordunun əskərləri silah təminatlarının zəif olduğunu, Sovet istehsalı olan köhnə və yararsız avadanlıqlarla təmin edildiklərini, komandanlığın onlarla əlaqə saxlamadığını deyib. Ukrayna ordusunun minomet və dron atışı qarşısında aciz qalan düşmən əskərləri ciddi itki verərək geri çəkildiklərini bildirib. Вчера мы были вынуждены организованно отойти от наших позиций. Командование было поставлено в известность. Все случилось потому, что на протяжении нескольких недель нас перебрасывали из места в место и говорили, что наша основная задача – это копать. Вооружены мы были автоматами Калашникова и винтовками Мосина. Самое тяжелое вооружение – это гранатометы РПГ, дальность стрельбы которых не превышает 500 метров. Последним из мест дислокации нам были оборудованы фортификационные сооружения из плит советского производства, которые уже давно выработали свой срок службы. Так командование сказало, что нас защитит. После нескольких дней подготовки оборудования командование нам не довело, что тот берег полностью занят войсками противника. Мы занимались своими бытовыми делами, и по нам был нанесен довольно мощный минометный обстрел, в результате которого были погибшие. В результате попытки скорректировать наши действия оказалось, что у нас нет связи ни с руководством полка, ни с командованием батальона, ни даже между подразделениями не было организовано никакой связи. Не было ни артиллерийской поддержки, ни поддержки какого-то тяжелого вооружения. Мы были одни с автоматами Калашникова, не способными дострелить просто до того берега. Мы не способны были что-то сделать и как-то отразить нападение на нас. На следующий день был также нанесен уже точечный минометный обстрел с корректировкой огня при помощи беспилотных летательных объектов. Подлетали дроны, просто указывали места, и одно подразделение, позиции одного из подразделений были полностью уничтожены.